Когда вы думаете, что деньги поможут делать вам бизнес, вы ограничиваете себе. Самый главный ресурс – и не технология, не офис, не оборудование. Я вам скажу, самый главный ресурс какой? Владея этим ресурсом, вы имеете доступ ко всем. Откуда это понял? Я начал очень долго изучать жизнь многих миллионеров, миллиардеров. О, долго. Если вы посмотрите, судьба многих миллионеров, миллиардеров, они изначально не были богатыми. Так же. Потом я начал изучать жизнь святые люди. То есть просветленные люди, духовно просветленные люди. Потом я начал изучать социальные лидеры. Махатма Ганди и так далее, и так далее. Нельсон и так далее. Мандела. Нельсон Мандела и так далее. Потом начал изучать мастера восточных единоборств. Брус Ли, основатель кушинка карате и так далее. Ип Ман и так далее. Везде я нашел одну очень странную вещь. Везде одинаково, у них у всех была одна вещь. Чингисхан, Сталин, Черчилль. У всех из них была одна особенная вещь, которая, независимо от профессии, она помогала им достигать этого. А вы знаете, это что было? Это означает, как вы управляете свое внутреннее эмоциональное состояние в разный период жизни. Не все же гладко. Вы сталкиваетесь, можно сказать, проблемами, неожиданностями. Не все получается так, как вы планировали. Вы что-то потеряете. И вы сталкиваетесь с барьерами, препятствиями, которые почти с целью выглядят недостижимы. Вот как вы реагируете на это? В периоде кризиса. Вот это самый основной ресурс. Я почти разговаривал со многими богатыми людьми. Ричард Брэнсон, я спросил, вы были банкротом? Он сказал, да. Первый мой бизнес, когда пластинки делали, я был банкротом на 1 000 000 фунтов. И меня чуть-чуть в тюрьму не загоняли. Я спрашивал Киосаки, я говорю, вы были банкротом, как вы выросли? Я начал заметить, что и он, им именно эта вещь помог вырваться оттуда. Понимаете, именно это помог им вырваться оттуда. Потому что на пути к успеху, на доле жизни успешных людей всегда больше проблем, чем жизнь обычного человека. Так же? На долю жизни обычного человека меньше трудностей, меньше барьеры. О, но для достижения некоторой вашей цели, для достижения требует, например, 50% усилий. Но для некоторой вашей цели 100% усилий. Внимание. Но для достижения некоторой вашей цели требуется сверхусилие. Что значит сверхусилие? Это когда ты точно внутри понимаешь, что это надо делать, но тебе денег нету. Так же? Бывает такое? Возможности не всегда совпадают, но ты внутри понимаешь, что это надо делать. Вот это. Вот, ребята, вот то, что сейчас буду показывать, она является основой все. Если вы это поймете, вы отсюда увозите с собой. Колоссальная вещь! Никогда не теряйте этого. Потому что это единственная вещь, которая вам будет везде помогать. Везде помогать. Вы столкнулись с тем, что некоторые родители детям дают, вот она тебе 100 тысяч долларов, делай бизнес. А потом эти деньги исчезнут. Или вы сталкиваетесь с тем, что некоторые... Ко мне пришел парень Актао, и мне говорит, посоветуйте, пожалуйста, я заложил свой... Заложил этот... База, которая от отца осталась, и брал 2 миллиона долларов кредит. Теперь не могу их платить, уже 4-й год, банк хочет забрать его. Кто понял? Я смотрел на него, говорю, чуть-чуть общался, смотрю, у него вообще нету мозги, которые 2 миллиона стоят. Немножечко обсуждал, я думал, как банк ему дал 2 миллиона? Я же немножко пообщался, думал, как ему дал? Да? Это же видно. Вы знаете, раньше я поддавался таким вещам, если видишь, что кто-то на джип подъехал, я думал, крутой. Или деловой костюм, я думал, блин, какой он крутой. А теперь, когда, знаете, вот никого не удивишь там джипами, коттеджами, потому что они все кредитами куплены. Так же, но ты можешь делать вид, что ты богатый, а вот делать вид, что ты умный, не получится. Рот откроешь, все видно. Ну, согласны же? Вы пара вопрос дашь человеку, сразу видно, что там у него там между ушами, что гуляет там. Сразу видно.
трудно. Ты не можешь людям делать, что ты умный человек. Это же так же. Он меня спросит, я просит, чтобы я ему посоветовал, как справиться. 2 миллиона кредита, это большая сумма. Я у него 2-3 вопроса задал. Думаю, надо же, как ему банк давал столько денег? Потом я ему говорю, откуда у тебя база? Он говорит, с отца осталось. Я говорю, подожди, у тебя из отца осталась такая база, и ты его сейчас потеряешь? Он говорит, ну да. Если сейчас банк не могу, уже говорит, второй год не могу платить, банк хочет продать. Я спрашиваю, сколько лет твой отец работал, чтобы оставить тебе эту базу? Значит, был ответ какой был? 44 или 46 лет, вот так был. Но больше 40 были, это точно. Он со времен Советского Союза там работал, потом его приватизировал, все это делал, работал, и чтобы сыну оставил. И сын, потом я ему сказал, ты успел за 4 года все, да, выкинуть. Что я этим хочу сказать? Если человеку даже все ресурсы отдашь, но у него не будет вот это внутреннее состояние, которое я вам говорил, он все потеряет. Правую руку поднимем, повторим за мной. Бесполезно? Бесполезно. Сажать пустую семечку? Сажать. Много работать. Много. Урожая все равно не будет. Видели, иногда бывают пустые семечки? Видели так? На него трудиться бесполезно? Сколько бы ни работаешь, все равно ничего не получишь. Это что означает? Это означает, что если ты внутри стал пустым, бесполезно ходить на работу. Бесполезно кредит брать. Бесполезно бизнес открыть. Бесполезно. Самый главный ресурс – это твой внутреннее состояние. Как ты управляешь вот это в твоем эмоциональном состоянии. И самое главное – трудный период жизни. –